95 Артема Морозова. Сегодня записываем тренировку с Морозовым. Тренировка по боксу. Что, как Казахстан, нормально? Фиксировать будем. Нормально. Поздравляем тебя с победой. Благодарю. Рано приехали. Я обычно опаздываю.
Вот так вот Исаак Бирбаев мучает людей. Мы находимся в зале, где тренируется Бамблби. Это его прозвище на профи-ринге. На его счету 21 поединок, 15 досрочных побед. И официально ни одного поражения. Слава, заберите меня домой. Это он еще сегодня добрый. Да? Видимо, покушал. Вот сейчас мячиком. Перестали. Отдыхаем. Контакты положили.
ровно, сейчас взрывы приставными. Влево, вправо. Окей? Что делаем? Приставные взрывы. Влево, вправо. Приготовились? Погнали. Коротко, коротко. От стены до сюда. Быстро, быстро. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот сюда. Кулачок один.
спокойно, спокойно, садись. Правый прямой. Вот сюда. Сделай два. Вот так, быстро за счет спины. Спину развернул, вот удар. Хорошо. Еще раз. Хорошо, держи его вот туда. Сюда, сходи. Вот сюда, да, только подальше. Дыши, дыши, подними руку, дыши. Хорошо. То же самое, правый прямой голову, левую плечи. А, бах сюда. Вот сюда, хорошо, длиннее. Вот сюда, хорошо. Дыши, 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 5 секунд, дыши. Попуже, живот. Тошнить начало. Ходи сейчас спинкой мягкой, гуляй. Гуляй, ходи, жди, все в спину скрывай. Все движение ты прячешь в спину. Влево, вправо, влево, вправо. И в какой-то момент вот ты со спины начинаешь бах выкинуть. Двигаешься, 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 бах выкинуть. Двигаешься, 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 бах левый сбоку. Спина мягкая, мягкая спина. Все со спины. Двигайся, ходи в зеркало, не надо смотреть. Лево, вправо, лево, вправо. И вот только сюда пришел, бах, отсюда скинул. Вот, 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 вот отсюда. Здесь будет, только прямо в меня. Входит, входит. То же самое отсюда, сюда, вот полно ногу налево. Отсюда бах, закинул, вот этот батон. И все, больше ничего не надо. Все, заскинь сейчас лево. Сейчас уже подписал, все спокойно. Давай, thank you.
скин мы будем, что ты ходишь, бах, скин, ходишь, ходишь, бах, скин, раз, 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 бах, скин, вот так, спокойно. Я хочу сказать, что
Хорошо. Давайте сейчас подтягиваться будем. Считай, больше недели пропустил. Ужас. Тошнотик. Еще один подход. Остались ли у тебя силы на тренировке по армрестлингу? Ой, нет, но мы найдем. Там есть запас. Если что, притрен поможет. А сколько у тебя упражнений на армрестлинг сегодня? 6. Ну, много подходов. Много подходов, мало повторений. A few moments later. Вот и все. Сейчас чуть-чуть перекантуемся и потренируемся потом железом. Так, на лайке. Чисто на хасиаке, жесть. А тебе сказали же железом не тренироваться. А мы в аккурат просто покажем упражнение. А-а-а. Мы тренироваться не будем. Тренировка — это когда ты поднимаешь. Соблюдайте правила дорожного движения. Это тренировка — это когда ты поднимаешь, а мы просто побалуемся. Ты уже пообедал? Нет. Я только завтракал. Ну или второй завтрак. Получается, после тренировки уже обедать, да? Или во время? Нет, сейчас я покушаю. Поем, покушаю, неправильно говорить. Поем и чуть-чуть перекантуюсь. Чуть-чуть. Ну и на лайте же тренировка. Просто упражнение поделаем, чтобы не отвыкать. А пища собой у тебя? Да. Квартирное питание, да? Нет. Домашнее питание. Мамин плов, фунчоза. Вот едем с Артемом Морозовым на спортзал. Сейчас Артем будет показывать свои приемы, упражнения. Сегодня что будешь тренировать? Кисть вверх. Бицепс, кисть. У нас шлагбаум открывается на звонок. Сейчас будем звонить шлагбаум. Подъехал, уже чтобы была когда открыта. Я подъехал, как будто вот он меня ждал, как будто там уже сидят люди, которые знают мою машину и открывают шлагбаум к моему подъезду. А-а-а. Вот сейчас мы звоним на него. Успеешь ли ты? Чисто на хасиате. Уже подъехал. Конечно. Смотри. Вот это единственная что проблема. Вот этот человек, я же встал. Видал? Ты что, уже позвонил, что ли? Конечно, ты даже не звонил. Ты же даже еще ни с кем не разговаривал. Он просто молчаливый. Вот так. Раз, что это?
Thank you.